Главная пешеходная улица нашего города Карла Маркса уже не та, что раньше. Глобальные работы в самом центре Кунгура находят положительный отзыв в мнениях многих кунгуряков. На месте ремонта пешеходной дороги побывала и наша съемочная группа. Проект губернатора Пермского края «Комфортная городская среда» в Кунгуре реализуется. Работы идут полным ходом. Только в нижней части города в рамках проекта выполнено немало работ. Грядущим знаковым событием в сфере благоустройства для кунгуряков станет обновление главной пешеходной улицы города. О ремонте участка дороги от улицы Просвещения до улицы Труда рассказал заместитель начальника отдела внешнего благоустройства Олег Зуев. Ремонт улицы Карла Маркса у нас проходит в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда». Работы, запланированные в рамках этой программы, это ремонт проездов улицы Карла Маркса, ремонт тротуара и озеленение территории, устройство клумб, посадка живой изгороди, посадка деревьев. На сегодняшний день производятся работы по устройству клумб, далее запланированы работы по устройству проездов и устройству тротуаров. Несмотря на то, что работы еще ведутся, местные жители уже положительно реагируют на решение о благоустройстве улицы. Более того, они с нетерпением ждут этого преображения. Приятно наблюдать, как наш город, ну, с каждым годом становится все более привлекательным. Ну, здесь важно, что вот остается пешеходная часть, проезжая часть расширяется, ну и остаются газончики, клумбы для цветов, кустиков. Мне это очень приятно. Ремонтные работы, подмечает заместитель начальника отдела внешнего благоустройства управления городского хозяйства, выполняются согласно плану и будут завершены в срок. Уже 1 сентября, аккурат к новому учебному году, кунгуряки смогут пройтись по обновленной улице Карла Маркса, прогулка по которой наполнится еще большими впечатлениями.